Сдаю комнату и квартиру в аренду. Сам еще работаю в компании менеджером. В 4 часа утра еду за товаром. Физически устаю очень сильно. Как мне успеть везде или увольняться с работы? Скажите, пожалуйста, как мне быть? Начать с малого и работать одному или с кем-либо объединиться? У меня долги в 2 миллиона рублей. Я сдаю посуточные квартиры. Дайте совет, пожалуйста. Денег из накопленных есть 2000 долларов. С 2011 года работаю на стройке. Работу всегда нахожусь через посредников и не очень хорошо зарабатываю. Сейчас у меня в голове кружится только два вида заработка. Первый – упорно тренироваться, выступать в боях. Второй – брать из банка кредит, купить машину и таксистом работать. Мы занимаемся мебелью. Все конкуренты завозят такую же мебель, как и у нас. Что-то новое завезем, и опять все завезли тоже такое. Еще очень сильно снижают цены. Как быть? Открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Я целью, чтобы помогать больше количества людям. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши зрители. Давно не ответил, давно не встретились с вами. Вот сейчас новые вопросы, чтобы ответить по рубрику «Вопросы Довлатову». Спасибо, что вы задаете хорошие вопросы. Ставьте лайк, рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям. Кому они нужны, кому они могли бы помочь. Вот первые вопросы, которые здесь. Здравствуйте, Садмурод Раджабович, у меня продуктовый магазин. Сдаю комнату и квартиру в аренду. Сам еще работаю в компании менеджером. В 4 часа утра еду за товаром. Физически устаю очень сильно. Иногда засыпаю за рулем. Денежный поток есть около 1 000 000 тенге. Как мне успеть везде или увольняться с работы? Родной мой, увольняйтесь с работы, пожалуйста, и управляйте своим бизнесом, потом увеличивайте свои бизнесы. Делайте этого, потому что деньги не стоят того, что вы здоровье потеряли. Когда здоровье и энергия будут истощаться, когда ваша энергия совсем будет истощаться, ничего хорошего нету. Потом наоборот, это приведет к очень большей беде и большей трудности. Поэтому увольняйтесь, пожалуйста, с работы и продолжайте, хорошо? Обязательно увольняйтесь. Мой совет к вам такой. Увеличивайте свой бизнес. Уважаемый Садмурод Довлатов, свой гараж я переоборудовал под мастерскую, под ремонт электродвигателей. Хочу работать на себя. Имеется накопленный опыт, хорошие взаимоотношения с руководителем электросеха. И для того, чтобы представлять данную технологию на более высоком уровне, нужно приобрести дополнительное оборудование для испытаний, на которое у меня пока нет средств. Скажите, пожалуйста, как мне быть? Начать с малого и работать одному или с кем-либо объединиться? Есть успешные ребята, у которых свой цех по металлообработке. Мне предлагают 50 на 50. Мне не очень хочется. Еще нужны будут лицензионные отчисления 10%. Наиль. Дорогой мой Наиль, сначала начинайте от маленького цеха. Это очень важно. Когда вы свой маленький цех довели до определенного результата, у вас уже пошло, и вы результат достигли, только тогда приглашайте партнера, и с партнером увеличивайте свое производство или там предоставление услуг, или цех, или как вы называете его. Поэтому начните сначала с маленького, чтобы вы убедились, что вы смогли это сделать, рынок есть, потребитель есть, клиент есть, вы смогли это делать. Вы, возможно, до этого где-то работали, но это два разные вещи. Если вы где-то работали, это не означает, что то, что вы сейчас будете открывать свой бизнес, это одна и та же. Нет, это разные вещи. Вы там просто как сотрудник работали, делали работу, которая была, например, если вы как сотрудник работали. А здесь всю систему надо под контроль держать, организовать надо, одновременно производить, одновременно продавать, одновременно стараться продвигать. Здесь будет нюансов больше. Поэтому оказать услугу, которую вы делаете, еще на хорошем уровне. Поэтому работать где-то, готовить в системе, это одно, а систему создать другое. Это похоже, что водить машину другое. Я тоже умею водить машину, но создать машину я не умею. Поэтому вот сначала из маленького начните, пожалуйста. Если все пошло хорошо, слава Богу, и тогда в обязательном порядке привлекайте партнера и расширяйте, сделайте больше. А если вот то, что вам предлагают 50 на 50 работать металлообработкой, если вас не тянет туда, не идите туда. Вы должны пойти туда, где ваша душа тянет, где вы чувствуете интуитивно, что это мое. Следующее. Уважаемый Садмурод Довлатов, приветствую. Я читаю ваши книги и смотрю видеоролики на YouTube.
У меня долги в 2 миллиона рублей. Я сдаю посуточные квартиры. То есть 2 квартиры сдаю. Доходы приходящиеся аренде еле покрывают долги. На еду даже хватает едва. Бывает, беру взайм, чтобы отдать кредит. Думал брать квартиру под субаренду. Дайте совет, пожалуйста. Денег из накопленных есть 2000 долларов. Если вы даете квартиру суточную, у вас есть, значит, опыт. Значит, вы 2 квартиры сдаете. Я правильно понял? А почему бы вам не сдавать 5 квартир или 10 квартир? Возьмите аренду квартиры и сдавайте субаренду. Пожалуйста, делайте этого. И самое главное, возьмите одного менеджера, который будет вам трафика создать. То есть, или вы сами постоянно по интернету, по инстаграму, везде, чтобы клиенту находили. Это очень важно. Сначала создайте поток клиентов, а потом обязательно возьмите одного отдельного человека, который занимается только уборкой и так далее. Квартиру убирает туда-сюда и так далее. То есть, получается, что вы сами продажей занимаетесь, тот человек уборками. Можно одну девушку взять, которая занимается уборками и так далее, чтобы вовремя она убирала, ключи доносили и так далее, и так далее. А сами займитесь, просто сядьте в интернете, продажа занимайтесь. Берите квартиры, субаренда сдавайте, быстрее подниметесь. Здравствуйте, уважаемый Самрул Раджабович. Меня зовут Билол, я из Таджикистана, мне 26 лет. С 2011 года работаю на стройке. Работу всегда нахожусь через посредников и не очень хорошо зарабатываю. Каждый раз, когда приезжаю в Россию, с надеждой заработать ничего не получается. Сколько зарабатываю, столько трачу. Хочется тренироваться и выступать в соревнованиях боевых без правил. 2 года тренировался в этом виде спорта. Сейчас у меня в голове кружится только 2 вида заработка. Первый – упорно тренироваться, выступать в боях. Второй – брать из банка кредит, купить машину и таксистом работать. И то тебе по силам, дорогой мой. И то тебе по силам. Просто если ты будешь тренироваться, что выступать на боях без правил, она более опасная, более рискованная. Иногда порой риски не оправдываются. Ну, если это ты чувствуешь, что это твое, это твой выбор, конечно. Я не из такого типа людей чуть-чуть. Ты своим детям нужен здоровье, ты свою жену нужен здоровьем. Ты пока молодой, но когда-нибудь старость, это все высказывается потом. Я бы на твоем месте выбрал бы такси. Я арендовал бы у кого-нибудь машину, таксовал бы ему, отдавал в начале, чуть-чуть заработал бы. А потом на накопленные деньги, первоначальные вложения делал бы, и делал бы машину, брал бы на лизинг. Я брал бы его на лизинг и оплатил бы его потихонечку, но таксовая. Я начинал бы с этого сначала. А потом делал бы вторую машину, потом брал бы третью машину. Сделал бы 4-5 машин, чтобы нормальный денежный поток был у меня. Я бы так делал бы. Потому что даже если пойдешь на бои без правила, участвуешь, денег есть. Не участвуешь, денег нет. Пошел биться по морду друг друга, денег есть. Не пошел побиться морду друг друга, денег нет. Поэтому, а если ты возьмешь, грамотно научишься заниматься именно бизнес-такси, со временем ты это научишься. Потихонечку, ну не сразу, но потихоньку научишься. Сначала одна машина, потом две, потом три, потом пять. Ассаламу алейкум, Сайнур Раджабович. Мы занимаемся мебелью. Все конкуренты завозят такую же мебель, как и у нас. Что-то новое завезем, и опять все завезли тоже такое. Еще очень сильно снижает цены. Как быть? Вам надо стать конкурентоспособным человеком. Понимаете? А что значит конкурентоспособным человеком? Надо быть конкурентоспособным. А чтобы быть конкурентоспособным, у вас должны быть какие-то свои преимущества. Либо вы постоянно должны обновлять ассортимент и так далее. Получается, что если вы завозите новый мебель, другие завозят, вы нашли изюминка своего бизнеса именно в продукте, в ассортименте. Поэтому у вас так и происходит. Вам надо выбрать одну стиль и работать под этим стилем постоянно. Тогда у вас формируется определенная клиентура, которая любит только вот это направление ваше. А если вы по продуктам не можете быть конкурентом, постоянно вас копируют, тогда берите сервисом. Берите дополнительные ценности, берите качеством и так далее. Распишите более 10 преимуществ, почему люди должны покупать у вас. И работайте над этим, повышайте это все. Еще у вас это все получится. Хорошо? Дорогие друзья, ставьте лайк под нашей рубрикой. Я поприветствую вас из города Самарканда. Исторический город. Видите, замечательный вечер.
Я подошел сейчас после занятия, сижу на улице, тут так уютно. Это, получается, перед гостиницей такое уютное место, фонтаны, так, такая хорошая погода. И решил здесь записать рубрику. И хотел вам это мое душевное состояние передавать. Сейчас мне так хорошо здесь. Ставьте лайк под рубрика. Рекомендуйте своим знакомым, друзьям нашу рубрику. Читайте наши книги. Станьте богатым. Принесите в этот мир много полезного. Желаю вам успехов. Цель, чтобы помогать большее количество людям.